Здравствуйте, с вами AppGeek, и это обзор приложений для iOS-устройств. Сегодня наш список открывает игрушка 100 Balls. Нажимаем кнопочку Start, и по часовой стрелке начинают двигаться стаканчики. Суть очень проста. Просто тапаем по экрану, вследствие чего открывается проход, из которого сыпятся шарики. Наша цель – попасть шариками точно в стаканчик. Если стаканчик остался пустым, то он удаляется из оборота. И так продолжаем, пока все шарики не закончатся. Хорошая физика, приятная на глаз 2D графика, отличная соревновалка для друзей, да и к тому же абсолютно бесплатная. Качайте, не пожалеете. Далее у нас на подходе Geometry Dash. Занятный такой разрыв ваших нервов и психики. Игра очень похожа на Impossible Game, но здесь будет побольше плюшек. Мы играем за геометрическую фигурку. Наша цель – перепрыгивать через препятствия и дойти до финиша, и все это под прекрасную музыку. Послушайте сами! В игре есть два режима – Normal Mode и Practice Mode. В первом режиме мы должны пройти весь уровень за одну попытку. Умираем и все сначала. Второй режим попроще. Можно ставить чекпоинты и при смерти начинать уровень не сначала, а с той точки, где мы поставили флажок. Приятная графика, классное музыкальное оформление. Эта игра подойдет для истинных любителей хардкора. В App Store есть бесплатная Lite-версия и платная за 66 рублей. Которая предоставляет нам новые уровни, редактор уровней, новые фигурки, за которые мы можем играть, достижения и новая классная музыка. И последний за сегодняшний выпуск игра под названием Dextrix. Довольно занятный таймкиллер. Мы играем опять же за геометрическую фигурку, а именно, так скажем, за сдвоенные квадратики. Смысл состоит в том, чтобы уворачиваться от шипов и ромбов простым тапанием на экран. Нажимаем влево, уворачиваемся влево, нажимаем вправо, уворачиваемся вправо. Нажимаем одновременно на левую и правую часть экрана, и наши квадратики разъединяются. Каждые 10 очков скорость игры увеличивается, а значит увеличивается и сложность. В игре есть множество режимов, которые можно открыть, завершая разные миссии. Например, набрать 50 очков в классическом режиме несколько раз подряд. Игра абсолютно бесплатна, хорошо развивает внимание и моторику. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях названия приложений, в которые люди должны поиграть или которые просто являются полезными в быту. А я обязательно сделаю на них обзор. Ссылки на скачивание всех приложений вы найдете в описании к видео. Всем всего и до встречи!